Ведь я забочусь о здоровье. Чего? Ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Я был там. Ровно. Ровно 5 минут назад. В общем, мы с Василисой собрали все. Что ты хочешь мне сказать? Что-нибудь хочешь сказать еще? Я не хочу нюхать объектив. В общем, собрали все вещи, проверили все. И сейчас ждем такси. Вот. Но сначала мы заедем ко мне домой, потому что я забыла страховку свою. А ее лучше все-таки взять. Наверное. Не знаю. Возьму. Ты чё, как страус себя ведёшь? В землю прятаться будешь? А? В землю прятаться головой. Мы прошли регистрацию с Василисой, и меня мучает вопрос, почему здесь воняет мочой везде. Просто всё пугало воняет мочой. Особенно в дьюти-фри, где вроде как корнеры с духами стоят, с косметикой. Там очень сильно мочой пахнет. Ужасно. И мы сейчас ищем Макдональдс, которого здесь, походу, нет. Да, Вася? Да точно должен быть. Им пахнет. Я тоже чувствую, что да, и Макдональдс. Да, здесь мочой пахнет, а не Макдональдсом. Чуть-чуть Макдональдс. Кошмар. Да, сейчас будет самый идеальный завтрак сильных женщин. Сильных и независимых. Блин, у меня так волосы выросли очень сильно, ребята. Вы заметили? Мы сели в самолет. Буду говорить так. И здесь просто целая куча детей. Здесь так много, что мы с Василисой думаем, что туда летят только дети и бабушки. Вообще везде. Смотрите, какой у меня прыщ. Он вместе со мной летит в Барселону. Это Линси. А где твой? Где Антон? Вот. Антон и Линси. Может, познакомим их? Давай. Привет. Наконец-то мы вышли из аэропорта, сейчас сели в такси, и Вася объясняет ему, куда нам ехать. Полет был, ну, такой, знаете, с нами летели какие-то странные дети. Вообще 40% пассажиров в самолете это были дети. Я первый раз в жизни такое видела, что так много детей было. А, travel из Барселона, Тираси, Ботаника, 25. Фейда, Барселона, Ботаника. Поэтому мы сейчас поедем отдыхать. Окей? Okay. Ну, наконец-то. Эй, ты! Здрасте. Здрасте. А че это вы в моем номере делаете? Ну, я зашел в номер. Подумал, что поделаю тут. Имею право. Это свободная страна, Испания, как бы. Так что делаю тут, что хочу. Законом не запрещено вламываться в квартиры. Не запрещено? Я заболел. Илюша заболел, у него бронхит, поэтому веселье. О, но я принял для того, чтобы не веселиться,
вон это. Антитусивин. Или как? Антитусива. Антитусива. Это не реклама, если что. Я принял антитусиво и теперь не хочу тусить. Да делать херню. Вот, но в итоге мы все равно идем погулять, посмотреть, как все в воскресенье здесь закрыто и никто не работает. Потому что это испанцы и европейцы, в принципе. Они по выходным, у них ни аптеки, ничего не работают. То есть, причем... если ты заболел, то будь добр, какого хера ты заболел в выходные. Причем весь прикол, у нас аптека прямо напротив нашего отеля, прямо вот через дорогу, и она закрыта. А еще здесь все абсолютно по рецепту продают. То есть я хотел купить лекарство от бронхита, они говорят, а, не, нельзя, только по рецепту. А траву здесь можно курить в специальных клубах. Просто, блин, курительные клубы, она здесь, можно сказать, легализована. То есть ты можешь курить траву, но не покупать лекарство от бронхита. Чего, блядь? Испания. Так что пойдем сейчас гулять, смотреть, что здесь есть в округе, и наслаждаться прекрасной погодой. В итоге мы отошли от отеля на 20 метров. Вот. И сидим, пьем кофе. Мы решили подождать, пока Илюша принесет таблетки, которые ему сегодня с утра из России прилетели. Специально для него доставка таблеток. А потом можно и погулять. Да? Здравствуйте. Вы что, не узнали меня? Что это? Что это? Это Ля Саграда де Фамилия. Мы пришли ее смотреть. Да? Очень, очень классная архитектура. Я восторгаюсь, как могу. Ну да. Террористов? Туристов. А. Не надо так громко-то. За руки. И что это мы тут делаем? Стою, смотрю. Что смотришь? Саграда Фамилия. Что такое? Ну, не, прикольно. В смысле, но... красиво? Ну, да. Ну, можно было и лучше, да? Ну, конечно. Ну, видно, что старался человек. Ну, как бы, главное, чтобы ему нравилось. А ты бы как переделал? Ну, получше. Было бы здесь вот... Пенис везде был бы, да? Не везде. Зачем? Вот только вот раз пенис, ага, два пениса, ага, три пениса, ага, ну и четыре. Ну, ну то есть и в другой последовательности. Один упавший такой, знаешь, пэнь, повисший. Чтобы разнообразие было. А так, конечно, да, но можно было и лучше. Это была минутка архитектурных слабостей от Ильича. Как говорят у нас в Испании, сольсельго. Деспасито у вас говорят. Нет, у нас говорят сольсельго, деспасито говорят, когда нужно... Не знаю, я не придумал. Что там продают? Как вы уже заметили, у Ильи давно эти наклонности есть гомосексуальные. Он то на парад геев ходит, то вот эти вот крутилки покупает. Я не знаю, что с ним делать, вот, но он просто неисправим. Какие возьмем? Давай белую. Его на оранжевое, желтое. Оранжевое, прикольное. Может, эту? Тут за все можно крутить. Ну, давай вот эту. Или нет? Ну, да, я тебе лишь бы за все потрогать, покрутить. Какую белую? Белая прикольная. Ну, я бы взяла белую и кислотную. Давай, две возьмем, да? Нет, кислотную вот эту, оранжевая. Давай. Hello. Ну, на самом деле, можно и лучше. Если, допустим... Ну, представьте, вот, посмотрите на ее рот. Посмотрите на рот. Смотри. О, если туда пенис поместить, будет гораздо лучше. Ну, согласись, с пенисом будет просто идеально. Подожди, а если в твой рот пенис поместить? Не получится. Пойдем. Чего ты сразу уходишь от ответственности? Я заболел, ребят, очень сильно. Вот, с этой стороны, кстати, интересно. О, он красивее здесь. О, надо сфоткать.
до сих пор. О, так прикольно на видео. Смотри. Как будто в обратную сторону крутится. Под музыку. Воруешь фрукты? Чего? Нет. Извините меня. Кто фрукты? Я плачу прямо за бег, и твой стиль звал меня папа, но я не кончаю внутрь. Моя мама говорила, суки, поголовно врут. Раскопай сам себе яму, ведь у нищих нету суки. Ведь я забочусь о здоровье. Чего? Против дипломат, я отправил твою суку. Ровно 5 минут назад. 5 минут назад. Я был там. Ровно. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Ой, еще больше гейства добавь, конечно же. Где яйца? Что? Яйца где? Ну, видно, яйца нет. Ну там внизу, наверное, пойдем поближе, посмотрим. Смотрите, русские везде бывают. Я бомж, пожалуйста. Да, я бомж. Может, это название какой-нибудь известной испанской группы? Я бомжито. Я бомжельо. Что-нибудь такое. Испанцы вообще в теннис не умеют играть. Это пинг-понг. Это болпонг. Кто так играет в настольный теннис-то? Господи. Ребят. Может, это на самом деле какой-то традиционный спорт, а мы просто пришли сюда и что-то выпендриваемся. Ну, это реально очень странно. Илья, иди покажи им, как играть надо. Да я сегодня не в духе. Иди, иди. Я заболел. Давай, иди. На самом деле мало кто знает, но Версус зародился именно в Испании, в Барселоне. Это старинный монумент, откуда взялась эта та самая фраза про 15-й год. Помним, скорбим. Мы дошли до огромного торгового центра El Corte Inglés, как-то так я его неправильно говорю. Вот, и как обычно, мы застряли в отделе с техникой. Илюш, срочно понадобилась игровая мышь. Я буду играть, знаете во что? В CSGO. Смотрите. Но мышка на самом деле очень крутая. Она похожа на робота. Это мышка-штурмовик. Чего? Ненавижу «Звездные войны». Ты чего? Мы же недавно смотрели «Звездные войны». Ну, мы смотрели, но я их ненавижу. Да, прикольная последняя часть. Это мышка, коврик рейзеровский, но он у нас есть, поэтому тебе не нужен. Понятно? А что с ним не то? Да просто он в красивой упаковке, Господь Иисус. Он подсвечивается. Вау, нам такой не нужен, клади на место. Смотрите, что мы взяли. Что это? Это Динеш и Эльрих Бахман из сериала «Силиконовая долина». А это Наруто. Вот это аниме. Выкидываем. Нет, пошел ты. Почему? Наруто классное аниме. Ну, «Силиконовая долина» лучше. Нет. Да. Их нельзя сравнивать. Это две разные стихии. Какие стихии? Огонь и земля? Извините меня, пожалуйста. Извините меня. А-а-а. То «Силиконовая долина», а то «Наруто». Чё это за херня? Это терка «Звездные войны». Я не знаю, тереть на ней «Звезду смерти». Тут продается фигурка двух гомосексуалистов, которые занимаются новой прямой отсечением. Кошмар. Жесть. Тут же дети. Ой, смотри, еще мини-футбол.
фигурочки. О, это «Игра престолов». О, тогда нафиг. Дейнерис Таргариен. Нафиг. Ой. А это что у нас? Марвел. Это Вульварин. Вульва. Не держи меня за руку, я гей! Не забыла, я гей! О, вы что тут делаете? Вы что, тоже в Новоберелюзы приехали? Да. Я не думал, что Ачинс такой красивый. Ты где это купил? Возле отеля. Ты че, дурак? Это типичный хач на отдыхе. Я подумал, что я охуенный турист. Я это... Ладно, привет. Привет. Я заснял лесбийский секс. Ой, тут нормальный гетеросексуальный секс. Конечно, Красноярск, блядь. Здравствуй. Че делаете? Вы донести его, блядь, пожалуйста. Я это... Мне привезли лекарства. Давай. Видите, зажигалка понадобилась. Это огненное селфи. Очень крутая штука. За тур ты не пробуешь из того, что это... А что ты такая оделась и все прикрывает теперь? А то, что он занимает в кармане место, когда его... Сегодня в Барселоне дождь и погода не очень. Поэтому мы сидим в номере. Хотя, что я вру, мы в больницу ходили, да, Илюша? Да. Им сделали укол в попу. Потому что у Илюши... Что у Илюши? Бронхит. Давайте в комментариях все пожелаем Илюше, чтобы он выздоровел скорее. Потому что как с бронхитом-то концерты давать, а? Никак. А вообще Илюша научился делать очень крутые трюки с этой... Спиня. Ну, вы поняли, это игрушка для... Для таких, как он. Давайте посмотрим. Да не очень крутые, это просто обычная хуйня. Ну, не матерись, у меня же дети смотрят. Это обычная херня. Давай, покажи, как ты умеешь. Видали? Вот бесит, да? За что бы он ни брался, у него все очень круто получается, да? Что этот маленький скейтборд, что спиннер. Я не удивлюсь, что если он скоро на пенисе научится ее крутить. Или ты уже умеешь? Ай, больно. Это первым, чему я научился. Да. Мы с Ильей пытаемся уехать на смотровую площадку и поймать такси. Но мы ничего не делаем для того, чтобы поймать такси. А тут ты ничего не сделаешь, потому что такси можно поймать только на руку. Нет никаких приложений, ни Uber, ни Uber. Да? Только... А на руку никто не хочет. А на руку их просто нету. А, вон чувак, вот сзади нас чувак рукой ловит. Мы его сейчас опередим, наверное, не знаю. Мы приехали на классное место. Отсюда видно, ну, почти всю Барселону, наверное. Ну, оттуда будет видно все. Да? Сюда можно приехать с сосисками. И насвинячить, как все русские любят в лесу, насвинячить, оставить и уехать, да? Вообще, по факту, сюда можно приехать с чем угодно. Мы вот с водой приехали. На самом деле, ощущение такое, как будто мы в Тае. Потому что там тоже такие же ощущения. Ой, там такой крутой лес, посмотри. Так пошли туда. А там, вон вот так вот спускается. А, и тут и просто спускаться можно. Прикольно, давай спустимся. Давай. Но сначала посидеть, постоять. Какая красота, ребята, вы бы знали. Мы пробираемся через джунгли. Здесь очень опасно, потому что здесь много диких анаконд и кобров. Вот. Кто здесь дикий, только это только Илья. Нет. Ой, комар. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, не. Дурак, Соня, зачем ты это я делаешь? Я думал, это аллигатор. Больной, блюдо. Здесь очень опасно. Это все для, зачем ты меня для вас, друзья. Блин, что для взял вас? С собой секиру. Что взял с собой секиру? Нож? Нет. Чё, секира нет? Это такой топор, по-моему, огромный, которым казнят. Напишите в комментариях, что она не что права. Что такое секира? Да это не нож.
секиры и секут. Вот мы сейчас реально идем по какой-то залупе. Сейчас какая-нибудь змея выбежит и все. Бля, точно. Ты об этом подумал? Тут змеи есть? Вот напишите в комментариях, есть в Барселоне в лесу змеи или нет. Но тут что-то шуршит. И много какашек лежит. Тут змеи, которые срут, как люди, по-моему. Собаковые змеи. Ой-ой-ой. Ого, блядь. Что это за говно? Илюша, стой. Что? Там змея. Где? Вон там. Смотри, какая маленькая птичка. Это калибри. Это не калибри, блядь. Калибри в 3-4 раза меньше. Но здесь точно есть змеи, которые такие зелененькие. Помнишь, как у нас в Таиланде было? Они прикольные. Которые для людей не опасны. Они прикольные. Ну и все, вот мы спустились. И дальше что, пошли? Я увидел крокодила. Пошли искать такси. Крокодил. Вот он. Как вам стиль Ильича? Зацените. Ну, мы сейчас будем по райончикам гулять с тобой. Пошли в ту сторону. Пойдем. Вот. Стоили эти 10 евро, чтобы сюда приехать? Стоили. Ну, прикольно же. Да, здесь красиво. Ну, вот жить в таком доме, мне кажется, тоже здесь прикольно. Если этот дом твой. Ну, они очень-очень маленькие внутри. Да? Ну, прикинь, ты такой просыпаешься, а у тебя на ладони... Европейские старые дома. На ладони вся Барселона, море. У тебя там комнатки, блин, как у нас туалет, блядь. У нас большой туалет, вообще-то. Ты, а что, ты не живешь в нем? Ну, это же туалет, ты что, дурак? Кто-то вот так вот живет. Я уж вообще молчу.